Здравствуйте, Микс Сток Таргет, это Америка, американские бренды, американский стиль, американское качество трикотажа, то есть оно более плотное, чем европейское. И я скажу так, вот по нашим наблюдениям, американский стиль все больше популярность набирает. Итак, кстати, каждый товар будет с этикетками. Что-то в упаковке, что-то не в упаковке, то есть это новые вещи. Себестоимость где-то примерно 330 рублей, попадаются хорошие бренды, я вам покажу. Итак, поехали. Танковка, эска, Гилден. Здесь М, танковка, у которой низ обработан в виде молнии замка, и на рукавах есть имитация искусственной кожи, хотя это просто трикотаж. Размер М, женская. Goodwill. Очень прочные мужские джинсы. 38 размер, 30 рост. ХБ штанишки, размер М. Просто обыкновенная ХБ с лампасами. Еще и стрейч, хорошо тянется. И вот видите, написано Love Love. А, курточка, размер М, стройотрядовская, и отделка у нее натуральным бисером. То есть это не стекляр, бисер, то есть прям вот он натуральный. Размер М. Актуальная штучка. Итак, футболка Пола, Goodwill, размер S, мужская. Спортивная кофта в стиле оверсайз, размер S. Ну, она как толстовка идет. Леггинсы XS, у них сетка и такая блестящая ткань. Сетка получается на коленях, вот такие. Размер S. Это комбинезон трикотажный, то есть такой плотный трикотаж. Fruit and the Low S. Толстовочное платье или туника M. Тонкий джемпер XS, женский. Вообще товар зимний. Может быть, поэтому у него себестоимость такая. Это классная блузка женская. Размер у нее 2XL. Блузка рубашечного покроя. Но у нее такой красивый цвет и дизайн. Она прям вот, ну, под все подойдет. Под джинсы, под юбку. Будет классно смотреться. Тонкий джемпер XS. Удлиненный. Мужские слаксы. ХБ. 30 размер, 30 рост. Слаксы. А это Champion. Champion 2XL, синтетика. Но синтетика профессиональная и, естественно, есть бирка. Champion. Goodwill джинсы, 28 размер, 30 рост, мужские. Ну, я думаю, что они настолько прочные, потому что американский манер, это танковка, размер L. Танковка женская, сделанная как блузка, у нее внизу резинка будет. Танковка, размер S, не поймешь, женская, мужская, мне кажется, что мужская. Футболка XL. Еще один чемпион, танковка XL, размер XL, танковка на замке, чемпион, спорт. Еще одна танковка Гилден, размер M. А здесь L-ка, стоила 30 долларов, я не знаю что, но вот это похоже на ветровку спортивного типа, я уж не стала открывать, размер L. Кофточка ХБ XS, XS футболка, джемпер L-ка, укороченный джемпер в стиле оверсайз. Есть помарки от мешка, то есть это пылевые помарки, которые быстро-быстро уберутся. Танковка мужская, размер L, у нее стиль пола. Такая, знаете, без принтов, обычная, ну, просто хорошая танковка и плотный трикотаж. Мужской джемпер, вернее, с кофта с пуговицами, размер S, полушалком воротник. В состав входит шерсть. Шерсть тут есть.
Джинсы. Это женские джинсы. 16 размер. Немножко они стретч на замке. У них этих джинсов не обработанные края. Это супер модная штучка. Вот уже, наверное, 1,5-2 года. Такие джинсовые кюлоты. Я думаю, что до уровня секонд-хенда как раз дойдут вот именно в этом году. В это лето хорошо пойдут. Джемпер эска. Танковка. XL. Вот тоже не знаю. Вот если брать ткань, она струящаяся, то это женская танковка. Потом смотрите, какая классная штучка. Это Umbra. Итальянский спортивный бренд. И здесь Umbra, и здесь Umbra. Она укороченная, стиль у нее оверсайз. То есть прикольная. Ну, прикольная. Просто прикольная. Umbra. И хорошее качество трикотажа. Мужская рубашка креативная. То есть у нее полоска в качестве рисунка, но цвет этой полоски разный на рубашке. И XL. XL. ХБ. ХБ хорошего качества. Танковка М. Кстати, американские модели, они в отличие, ну, допустим, от той же Италии, они, скажем так, даже чуть-чуть побольше, чем если Элька, то она и на XL-ку налезет. Итак, скини велюровые. Велюровые. Размер S. Джемпер M. Такая косички и легкая-легкая люрексовая нить. Слегка поблескивает. Платьишко XS, ХБ, платьишко с запахом. Goodwill L. Это ветровка, сделанная как рубашка, и у нее есть подклад трикотажный. То есть ветровка с трикотажным подкладом, ХБ, мужская, такая интересная по цвету. Принтов нет. Пальто. Размер М. Кнопки. Замок. Подклад. Синтепона нет. На воротнике небольшой козырек. Капюшон не отстегивается. И у него зад перелина и пуговицы. Размер М. Ну, какой-то процент шерсти входит в состав. Куртка бомбер. Здесь уже есть синтепон. Подклад. Это М-ка из искусственного меха. Сейчас, кстати, актуально. И жилетка на синтепоне. Один слой. Это мужская жилетка. Так, не знаю, знаете, размер XL. Это еще не весь лот. На самом деле он небольшой. И тут поровну мужской и женской одежды. Фланелевая рубашка мужская, размер M. А, джемпер тоненький, женский. Трикотажные брюки, размер M, женские. Кофта размер M. Леггинсы, имитирующие замшу, размер L. Танковка из струящегося трикотажа. У нее, видите, здесь внизу неровный крой, 3/4 рукав, размер S. И скини красного цвета, на леггинсы похожи. Итак, это был Target. Небольшой лот. Подробную информацию о том, сколько вещей, сколько стоит, вы можете увидеть под названием.